Привет-привет, дорогие друзья! Рад видеть вас на моем канале. Сегодня у нас распаковочка вот такой вот посылочки. В ней находится фонарь тактический. И давайте посмотрим, какой он нам пришел. Сразу скажу, заказывал я его уже второй раз. Первый раз он мне не пришел. Я открыл спор, продавец мне без всяких возражений вернул деньги. Как мы видим, в комплекте не только один фонарь, а вот такие вот еще штучки. Во-первых, это у нас крепление на велосипед, чтобы фонарик крепить. Адаптер, получается, переходник с китайской розетки на евро. Стандарт. Зарядка для батареи стандартно 18650, как мы видим, вот с такой розеткой. Это все вот так вот подключается и заряжается. Также вот фонарь у нас вот в такой вот коробочке, пупырочки. Итак, вот такой фонарь. Очень нравится мне эта оранжевая шайба. Как мы видим, это не закручено. В комплекте также была батарея, думаю. Она вот здесь, да. Сейчас мы ее вытащим, достанем. Вот как мы видим, она в пленочке. Так как, чтобы она не разрядилась во время транспортировки. Так, давайте поставим назад наш фонарик. Сейчас посмотрим, что у нас тут внутри. Вот как мы видим, даже есть надпись, как устанавливать фонарик, то есть плюс-минус 3,7. Вот так. Ставим. Так, смотрим резьбовые соединения. Тут у нас маски нету. Тут есть уплотнительное кольцо. Закручиваем. Я бы рекомендовал еще смазать эту резьбу смазкой какой-то или... Даже можно стержнем от простого карандаша. Довольно-таки большой ход резьбы. Так, фонарик наш. Ремешок есть. Так, как видим, линза, он фокусируется. Вот таким вот образом. Фирма написана Эльфиланд. 105 какой-то. Ну, в принципе, в руке он хорош. Это алюминий анодированный. Очень прекрасный материал. Хорошая покраска. Думаю, он долго слазить не будет. Также производителем указано то, что он водонепроницаемый. Это я проверять не буду, так как сомневаюсь немножко в этом. Но думаю, от брызг, от мельчайших, от кратковременного попадания в воду он защищен. Так, вот тут нарисовано наше увеличение, фокусировка. Вы, наверное, не видите. Это написано x1, то есть получается 1 в 1. Наверное, вот в таком вот положении. И так дальше идет x260, x520, x1040 и x2080. То есть это увеличение или возможно ли он. Так, давайте включим его, работает он или нет. Вот он работает, как мы видим, фокусировка его. Итак, выбрался я на природу ночью, вокруг поля, деревья и так далее. Наш фонарик прекрасно светит. Так, давайте разберемся с его режимами. Вот, это самый яркий режим. Вот, у нас есть даже на что посветить. Передо мной водонапорная башня. До нее около 50 метров. Освещает он идеально. Это средний режим. Также вот, видите, ее видно. Самый слабый режим. То есть, у него постоянное свечение. Трех типов. Максимальная, средняя и минимальная. Вот это минимальная. Я
глазами вижу, сейчас водонапорную башню. Вы уже ее, к сожалению, не видите. Так что, так как камера не может увидеть. Вот стробоскоп и СОС. Эти два режима в максимальном свечении. То есть всего получается у нас 5 режимов.